Друзья, сегодня хочу записать практику для мужчин, но могут ее выполнять и женщины. Но наши мужчины, как правило, работают в напряженном графике, приходят домой уставшие, им надо сбросить напряжение. И как они это делают? Как правило, через алкоголь. И неважно, это будет дешевое чернила или самый дорогой коньяк, но это все равно яд, он влияет на мозг, на тело, и он не достигает желаемого расслабления в теле, не позволяет его достичь максимально эффективно. Что делать? Есть еще, конечно, вариант очень сильно напрячь, сжать тело и потом резко расслабиться. Но опять-таки такая зарядка, она иногда работает в плюс, но в большинстве своем может вести к развитию сердечно-сосудистых заболеваний. И это тоже не выход. Выход. Берете ванну, наполняете водой теплой, ложитесь, 5-7 минут расслабляетесь максимально. После этого закрываете глаза, ногой выдергиваете пробочку в ванне, и вода медленно стекает. Ваша задача держать максимально внимание на максимальном количестве точек стекания воды в теле. То есть вот как вода двигается, стекает из ванны, по вашему телу стекает вниз, вы держите расконцентрацию внимания по максимальной площади, по максимальному количеству точек. И при этом вы чувствуете полностью себя изнутри, и вы ощущаете свое тело. То есть мы выходим на грань чувства ощущения. И когда вода полностью стекла, вдруг оказывается, что вы уже лежите на дне ванны, и вы полностью расслаблены. Остается только встать, вытереться, дойти до кровати и заснуть. Спокойных вам снов. Вы полностью расслаблены, ваша психика расслаблена, ваше тело расслаблено. Вы во внутреннем мире. Если вы еще подключите благодарность самому себе за великолепно прожитый день и благодарность следующему дню за то, что он будет интересен и наполнен событиями, которые доставят вам радость и удовольствие, вы поможете сохранить свое тело молодым и здоровым на долгие годы, абсолютно осознанно. Хороших вам снов и расслабления.